внеплановая утренняя прогулочка образовалась. Audi сказала: чувачок, давай-ка прогуляйся. Вчера припарковал, все было норм. А сегодня утром сына везу в садик. Она мне ошибку выдает. Альтернатор. Давай, до свидания. Ну и все, в общем, встала прям во дворе в садике. С мужичком толкнули на парковочное место. Иду за Тойотой. Тойота, управляй мечтой. Всем прекрасного дня. В общем, что для папы неожиданный сюрприз, то для сына счастье. Нарадоваться не может, всю дорогу стоя едет, смотрит, как эвакуатор везет кушку. Кстати, это уже не первая кушка у меня. И вот почему-то стартеры и генераторы на них ложатся вообще без всяких звоночков предварительных. Вот просто вчера вечером парканулся, сегодня выходишь, все, зарядки нет. Такая же история на предыдущей кушке была в Челябинске. Мы приехали этап, смыл их и зимой судить. Вечером ее запарковали, утром выходим, чтобы запустить, а стартер говорит: все, давай, до свидания. Короче, я, наверное, завтра помимо генератора сразу и стартер тоже сниму, отдам, чтобы сразу обслужили это все. Чтоб сюрпризов не было, да? Гуси-гуси, га-га-га. Есть хотите?